Почти так по-хозяйски Вера Морозова вошла в этот зал 15 лет назад, когда переехала в село Налобиха. Сначала здесь нашла работу, мыла полы, продавала билеты, а потом распелась, разыгралась, сама поставила спектакль и обрела второй дом. Мы поем в вокальной группе, я пою, там все у нас пенсионеры. Почти на каждом концерте у нас сценки, получается, мы делаем. Садик привлекаем, ребятишечки у нас выступают тоже всегда, школьники, вот танцы у нас. Дочь Веры Морозовой Галина несколько лет назад поздравила маму песней и сама поет уже 5 лет. А сын Галины, Сергей, попал на сцену даже раньше мамы. Бабушка привела его в ДК еще малышом. А уже благодаря юному артисту на сцену пришел почти весь класс и даже мальчишки. Собираемся с моими друзьями, там, с одноклассниками, и танцуем. То есть еще иногда читаю стихи, бываю ведущим. Поколениями в ДК приходит не только эта семья. Поют, танцуют, читают стихи. Здесь душа поселка. Артистов у Дома культуры 127 человек. Ежегодно такой состав проводит больше 200 мероприятий каждый второй день. Но здание ветшает. У нас отходит стена так, что мы прям вот смело можем ладошки засовывать. Крыша, да, как бы дырявая какая-то, да? Вот. И все текло. Прям потоком шло после дождей, весна, это у нас вообще страшно, это у нас прям здесь постоянно вода стоит и муркнет, и начала отходить крыша. Ой, крыша, стена отходить стала. Вот. И вот там у нас прям щели такие страшные. Этому зданию 60 лет, ремонта здесь никогда не было. Металл, которым крыли крышу в 50-х, давно проржавел. Теперь она течет и разрушает уже сам ДК. Кровля – главная беда здания. Несколько лет назад костюмерную перенесли в кладовку, подальше от сырости. Мастер-классы спустили в зал. Но когда уже в зрительном зале стала падать потолочная плитка, к решению проблемы подключилось все село. Просчитав ремонт, прикинули свои силы. Сделав смету, мы поняли, что мы можем наше село 1,5 миллиона, вот в наших силах. 3, нет, не в наших силах. То есть не только краевые должны быть средства, федеральные. В 2018 году в ДК подготовили все документы и подали заявку в краевую адресную инвестпрограмму, но не прошли. Летом 2019-го депутат Госдумы Александр Прокопьев обратился с ходатайством, чтобы ДК включили в КАИП этого года, и заявку села одобрили. Об этом я просил лично и губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко. Над этим вопросом работала большая команда и специалистов, и непосредственно жителей села. И нам удалось собрать все документы для того, чтобы финансирование было выделено именно в этом году. Сейчас, как говорится, мяч на стороне поля непосредственно подрядчика. Мы сегодня поговорили с Валерием Анатольевичем. Я думаю, что он будет стараться сделать все качественно и в срок. Срок исполнения контракта 60 дней, то есть до 20 января. Снять старую кровлю, снять стропила, сделать новую кровлю, утеплить. Кстати, по расчетам подрядчика, после работы на крыше должен остаться резервный материал. Его планируют пустить на частичную замену потолков. Эта работа понадобится, как минимум одно ветхое место строители уже нашли. Между тем, в Налобихе мастеров не торопят. Говорят, пусть делают на совесть. Елена Кузовкина, Анастасия Дороган, Илья Халяпин, Алексей Фризин. День с толком.